Привет, в эфире канал Техноарена. Для этого видео я подготовил топ 7 лучших беспроводных наушников с AliExpress в 2024 году. На первое место я поставил внутриканальную модель Anker Soundcore P20i, которую можно считать лучшей по соотношению цены и качества в сегодняшнем топе. В официальном магазине производителя на AliExpress эти наушники можно взять по цене около 1700 рублей. P20i отличаются отличной эргономикой, высоким уровнем громкости, качественной сборкой и ярко выраженными басами. Отдельно стоит отметить фирменное мобильное приложение, в котором есть 22 пресета эквалайзера и специальный игровой режим с минимизацией задержки. Микрофоны довольно приличные для своего сегмента, что, увы, далеко не так часто встречается во внутриканальных наушниках. На автономность тоже жаловаться не приходится. На одном заряде уши протянут в активном режиме до 10 часов. С подзарядкой от кейса автономность увеличивается до 30 часов. В общем, отличные наушники за свои деньги. В российских магазинах они стоят минимум на 1000 дороже. Да, для сброса девайса на заводские настройки нужно нажать одновременно две кнопки и удерживать в течение 10 секунд. Мало ли, вдруг кому пригодится. Зайди в описание под видео, там тебя ждут промокоды для выгодных покупок. А заодно и ссылки на смартфоны, которые ведут на лучшие предложения в надежных магазинах. Второе место досталось лучшим внутриканальным наушникам сегодняшнего топа – модели Buds Air 5 Pro от Realme. На Алике эти уши можно взять примерно за 5100 рублей. В российских магазинах они стоят минимум в полтора раза дороже. Air 5 Pro по большинству параметров круче, чем аксессуар от Anker Soundcore с первого места рейтинга. И это неудивительно, учитывая, что наушники находятся в разных сегментах. В преимущество Realme Buds можно записать многое, и автономно до 40 часов с кейсом и качественное активное шумоподавление фона до 50 дБ и широкий диапазон частот до 40 кГц и сверхнизкую задержку 40 мс в игровом режиме, и динамические басы и объемные звуковые эффекты. Наушники легко подключаются одновременно к смартфону и планшету или ноутбуку. С помощью фирменного приложения можно управлять шумодавом, переключаться в игровой и другие режимы, менять настройки эквалайзера и делать многие другие вещи. Кейс полностью заряжается за пару часов. На 10 минутах зарядки от кейса уши могут протянуть до 7 часов при прослушивании музыки с качеством AAC на половинной громкости. Так, все, хватит. А то я уже чувствую себя прямо пиарщиком Realme. Так и хочется с этой конторы деньги взять за рекламу. Но не дадут же, жадины. Поэтому закругляюсь и перехожу к выводам. Наушники не дешевые, да, но своих денег стоят. Тем более, что их стоимость на Алике как минимум в полтора раза меньше, чем в российских магазинах. Не забудь подписаться на канал Техноарена, если интересуешься мобильными технологиями и гаджетами. Задавай вопросы и делись своими мыслями в комментах. Не забудь поставить лайк на это видео. На третью позицию я поставил модель Pure FreeLight от компании Halo, входящий в систему Xiaomi. Гаджет на аудиочипе от Qualcomm на Али обойдется порядка 2400 рублей. В российских магазинах этой модели нет. Pure FreeLight – единственные в сегодняшнем топе наушники с костной проводимостью. Сейчас коротко расскажу об этой штуке. Точно знаю, что не все в курсе. Наушники с костной проводимостью не вставляются в ухо, а цепляются за него. Звук они передают посредством вибраций. Подобные аксессуары особенно распространены среди пользователей, активно занимающихся спортом. Также они могут дать возможность наслаждаться любимой музыкой людям, у которых есть проблемы со слухом. В наушниках с костной проводимостью человек может слышать слова тренера, шум приближающегося автомобиля или поезда. То есть прослушивание аудиокомпозиции не мешает сохранять полный звуковой контроль окружающей обстановки. Эта особенность, как сам понимаешь, исключает использование шумодава. Увы, у самой технологии есть детские болезни, которые так и не удалось излечить до конца. Первое – ограничение по громкости, второе – слабые басы. Попытка улучшить эти показатели приводит к усилению паразитных вибраций вплоть до болевых ощущений у пользователя. То есть даже в лучших моделях с костной проводимостью звук будет далеко не идеальным. С теорией закончили, возвращаюсь к аксессуару от Halo. Pure FreeLight – отличные наушники в своем классе. Естественно, в некоторой степени они также страдают болячками технологии костной проводимости.
Plus и Pore Free Lite запишу продуманную эргономику, качественную связь при телефонных разговорах. 10 часов автономности, какую-никакую защиту от влаги по стандарту IP55 и удобное мобильное приложение Smart Tuning для настройки эквалайзера и прочих фишек. Кстати, заряжаются наушники за 1.5 часа от 0 до 100%. В общем, неплохой вариант доступных наушников с костной проводимостью. На четвертое место я поставил полноразмерные наушники Anker Soundcore Live Q30. Обойдутся они около 4900 рублей на AliExpress и под 7-8 штук в российских магазинах. Да, полноразмерные модели не самый популярный формат для подключения к смартфону. Поначалу я и вовсе хотел запихнуть Live Q30 в самый конец рейтинга, но потом решил, что четвертого места эта модель все-таки достойна. Уши Anker Soundcore отличаются превосходным звучанием, качественным шумодавом, удобным и интуитивно понятным управлением и продуманной эргономикой. Они хорошо сидят на голове и демонстрируют отличную автономность. На одном заряде аксессуар работает до 60 часов. С включенным ANC или в режиме разговора автономность сокращается часов до 40. В плюсы Live Q30 также запишу возможность моментального сопряжения со смартфоном по NFC и опцию проводного подключения через разъем 3,5 мм. В общем, классные уши для тех, кому подойдет полноразмерный формат. Пятое место досталось не самой дешевой внутриканальной модели Live 200 BT от JBL. На Алике эти наушники можно найти по цене в районе 3100 рублей, в российских магазинах все намного печальней. На странице модели 200 BT на официальном сайте указан минимум технических характеристик. Производитель не афиширует данные ни по импедансу, ни по чувствительности, ограничиваясь выражением «легендарный звук JBL». Можно было бы возмутиться, но это как раз тот самый случай, когда рекламный слоган оказывается близок к реальности. Звучание у Live 200 BT действительно обалденное, и басы приличные. Заодно в плюс этой модели запишу высокое качество материалов, удобный трехкнопочный пульт, возможность многоточечного подключения, продуманный дизайн и эргономику, телефонные звонки в режиме hands-free с голосовым помощником. В общем, добротная вещь, можно брать. На шестое место я поставил еще одну внутриканальную модель. На этот раз Hi-Tune T3 ANC от Ugreen. На AliExpress эти уши можно взять примерно за 1600 рублей. В российских магазинах они обойдутся примерно вдвое дороже. Как понятно по названию, шумодав у Hi-Tune T3 ANC. Правда, он далеко не идеален и отсекает шумовой фон лишь до 25 дБ. Качество микрофона тоже не супер, но звук для своего сегмента очень даже ничего. Впрочем, иначе эти наушники не попали бы в этот уютненький топ, пусть и на шестое место. Для своего сегмента нормальный вариант по соотношению цены и качества. И последнее, седьмое место досталось самому бюджетному варианту – вкладышам LP5 LifePods от Lenovo. На Алике их можно найти по цене в районе 900 рублей, в российских магазинах они обойдутся раза в два дороже. LP5 LifePods довольно неплохие вкладыши, удобные. Звучание приличное, но басов маловато. Микрофон никакой, что ни разу не удивительно. Впрочем, не буду упирать на некритичные недостатки. Глупо было бы требовать топового качества от простеньких наушников за 900. Для своей цены вкладыши очень даже ничего, брать можно. Вот и подошел к концу очередной выпуск. Напомню, в описании тебя ждет скидочный промокод для выгодных покупок и ссылки на все беспроводные наушники с AliExpress из этой подборки. Не забудь поставить лайк, если этот выпуск тебя заинтересовал. Поделись своим мнением в комментариях, напиши, какие смартфоны тебе больше нравятся. Подпишись на канал TechnoArena, если не хочешь пропустить интересные видео. Спасибо за просмотр, встретимся в следующих выпусках.